Всем привет, дорогие друзья, с вами Ярик Ан. Сегодня мы продолжаем прохождение нашей игрушечки Омна. Очень доброй, очень мирной, очень обалденной, такой атмосферной. Блин, я не знаю, какие еще нимбы ей напеть, да, такие. Обалдеть. Она действительно очень красивая. Но она такая необычная, в ней не надо там валить с дробовика, с арбалета всех подряд. То есть что-то такое доброе есть в ней. Доброго здесь очень много. Она, наверное, просто вся добрая сама по себе. Блин, мне не нравится, что происходит с бельчонком, с этим, с нашим. Мне кажется, он в конце... Ну все, пошабашит. Блин, мне так жалко, когда особенно кому-то привыкаешь, кто-то рядом, тут добренький, такой миленький, да? И тут... Хуяк, и нету его. Отпусти себя, отдайся потоку, следуй к воротам. Ну, сейчас, наверное, опять какой-то телепорт будет. Может, еще даже посильнее, подальше или нет. Так, опять какой-то куб у нас появился. Парение. Так, правой кнопкой мы можем парить. Прыжки? Нет. Ладно, я думаю, мы здесь сохранились. Парение во время падения. Круто. Очень круто. Мне это напомнило, знаете, мы недавно спускались всей семьей на троллее. У нас в Харькове Чугуеве есть. И вот что-то наподобие этого. Мне сейчас ассоциации сразу такие появились. Думаю, ну очень знакомо. Так, с этой стороны у нас что-то есть или нет? Я просто сейчас немножко не пойму, куда мне двигаться. Вверх или вниз? Стоп, 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 стоп. Вниз туда уже некуда двигаться нам. Все, я понял. Стой, ну там еще можно было вниз двинуться по той стороне. Давайте, наверное, сразу проверим нижнюю нашу часть вот этого острова, да? Вот здесь что-то есть у нас или нет? Нет, все, я понял, здесь ничего нет. Поднимаемся на самый верх. Так, это мне нужно? Нет, это мне не нужно зажигать, ничего не нужно делать. Просто мне нужно подняться, я так понимаю. А, и просто мне нужно перелететь, получается, на следующий остров, да? Хорошо. Есть, сюда мы перелетели. И сюда мы перелетим. Все, я понял. И таким образом мы с одного острова на второй перелетаем. Так, здесь мы перелетели. Здесь мы тоже. Так, что у нас там? Смотрите, поток вверх. Ой, поток воздуха вверх поднимает. Скорее всего, мы там будем парить вверх с помощью всего этого. Так, телепортов у нас нету, я понял. Значит, пипец. Что я могу сказать? Я могу сказать только одно слово. А почему ты не долетел, чувак? Ну мы вообще сразу так хопа, все, мы даже промежуточное звено не зацепили. Блин, ну как я мог там сорваться? Это, ну это дуремарство какое-то получается.
я здесь везде выжил, да, а здесь взял, сорвался. Ну как такое возможно? Кстати. Бля, вот это звук. Ну как мешок с говном упал. Чё это за дела такие? Не, мы здесь на посохе парить не будем, конечно. Давайте лучше обойдемся без этого. Потому что чекпоинта, я смотрю, здесь все нет и нет. Будет чекпоинт, будет все остальное. Да. Вау, солнышко. Мы все ближе. Вот чекпоинт. Теперь можно осмотреться, что нам здесь предлагают. Блин, как это мило. Просто круто. Аж мурашки по коже, такое, такие миленькие. Так, ну что, пробуем перелететь, я так понимаю, да? Да, перелететь у нас не получится. Все, 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 я понял. Да, мы можем туда парить, куда-то вниз. Окей. Стоп, подожди. А как мне тогда быть? Мне что-то вообще тогда нихера непонятно. Ну и что ты не зацепился? Тут мы уже по-хитрому поступили, да? То есть мы теперь взяли, стартанули в прыжке и плюс еще парили. То есть скомбинировали кое-какие действия наши. Так, чекпоинт мы словили. Все отлично. Что мне здесь нужно сделать? Мне нужно парить наверх, я понял. Флоббы. Я так понимаю, мне нужно будет бежать по этому всему или нет? Да, я думаю, нам сейчас надо будет убегать по вот этому кругу. А нет, смотрите, у нас тут дальше что-то появилось. Так, хорошо, мы сюда перенеслись. Туда мы уже все равно не попадем. Окей, движемся в самый низ теперь. Тихо. Я чуть не вылетел. Нам точно туда? Да, я думаю, сюда.
Так, вот мы теперь дошли до нашей локации, в которой мы будем Нагорье Екав. Екав. Нагорье. Вот в этом Нагорье мы теперь будем собирать наши... Ни хрена себе. Я чуть не сорвался вниз из-за того, что решил пособирать таким образом. Так, куда нам двигаться надо? Давайте сразу. Выдвинемся, куда нам надо. Вот, 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 вот. А ну-ка посторонись, мы пришли помедитировать немножко. Так, что нам расскажет наша мать его территория? Опа. Так, у нас 5 шаров есть. 5. 5, мать его, так, шаров, да. Я вижу книжечку. Жаль, конечно, что вот эти книги, они не отображаются на карте. То есть было бы тоже неплохо было, ну, я думаю, их пособирать. Все эти создания, вся эта красота. Я уже почти не понимаю, чего мы ждем от этого мира по ту сторону врат. От дуновения ветра у моих ног колышутся травинки, а по небу плывут безразличные облака. Все это так просто, скромно и бессмысленно. Но до чего же прекрасно. Блин, этот человек, который разрабатывал эту игру, мне кажется, Петури. Мне кажется, он просто нереально любит. Он просто добрый. Он просто охеренно добрый человек. Так, ну давайте уже по очереди пойдем. Соберите. Соберитесь, тряпки. Так, здесь мы с камня должны прыгнуть. Вообще в говно разбился, чувак. Светили. Светили, швитили. Так, вот там есть портал, вот там есть какая-то штучка интересная. И вот этот портал, скорее всего, мы можем активировать здесь. Да, мы его здесь активировали. Но туда мы не долетим. То есть нам здесь по-любому надо будет сейчас парить. Чуть не перелетели. Так, ладно, давайте. Хопа, и наш луч передвинем выше. А мы передвинем его выше для того, чтобы телепортироваться, и мы сможем спарить туда вниз.
Ну, уже не в нашем случае мы сможем спарить вниз туда. Получилось хорошо. Да, мы первый шарик собрали. Первый шарик мы собрали. Куда эта шляпа улетела? Что это за фигня такая? Я понял, куда мне надо было. Все, все. Мне просто надо было на другую сторону перелететь, пропарить немножко. Ага. Не все так просто, как казалось бы или хотелось бы. Ладно, давайте посмотрим, может, у нас там что-то будет полегче. Вот, смотрите, у нас есть какая-то штука. А, это ж записная книжка, еще один дневник. Давайте прочтем его. О, иероглифы появились вот эти. Чувствую, что конец моего пути близок. Утомленный, я слушаю шорох листвы и шелест цветущих лугов на ветру. Я ощущаю умиротворение. Блин, мне кажется, кто-то шабашит. Слушай. А это случайно не вот эта белка, которая с нами летает, реинкарнировалась в тело кого-то другого? Блин, ну это ж реально возможно такое, да? Здесь, я думаю, у нас идет финальная загадочка, да? Которую нам надо будет разгадать, поэтому сейчас это все неактивно у нас. Здесь у нас есть портал, я вижу, большой. Вот у нас есть камень, на который надо забраться. А забраться мы сможем только с той горы, с дальней. Мы сможем парить. Я предлагаю посмотреть. Нет, здесь мы точно не сможем спуститься. Точнее, подняться. Поэтому предлагаю здесь посмотреть, что у нас с вот этой стороны идет. Да, вот. Смотрите, у нас даже книга там есть в дальней стороне. О, не, я вот так не хочу. Мне так не нравится, когда он сильно быстро. Я уже привык в определенном ритме. Да. Вторую мы забрали. Кстати, смотрите, здесь книгу мы сможем забрать только спрыгнув отсюда. Поэтому давайте, наверное, поднимемся все-таки и заберем книженцию, почитаем, что там будет интересного.
Блин, ну мне кажется, это белка. Я чего-то так уверен в этом. Пасахоносцы указали моему народу путь, неустанно ведя нас к свету. Я же, оглядываясь на мир позади, понимаю, сколь много в нем осталось неопознанным. Мне кажется, очень круто, что есть все-таки разработчики, которые пишут вот такие вот добрые, вот именно добрые игры, потому что, ну, мне кажется, в нашем мире очень много говна, и как-то вот это говно надо немножко разбавлять вот такими игрушками. Да, они не будут там очень супер популярными, эти игры. Ну, блин, я считаю, вот поиграть в такую игру, релакснуть, почерпнуть из нее что-то, я думаю, это очень классно. Мы видим портал на той стороне, но мы туда добраться не можем. Нет, туда мы точно на портал не полетим, чуваки. Блин, куда ты так? Не, не хочу. Сейчас вниз сорвусь, и будет жесть. Так, вот мы собираем третий шар. Все, в принципе, мы можем бежать на разгадывание загадочки нашей. Но у нас есть три знака, которые нам нужно разгадать. Три знака — это 999, мать его, вариантов, которые мне не хотелось бы просто брать и крутить, да? То есть хотелось бы все-таки где-то какие-то знаки найти. Здесь мы словили чекпоинт какой-то. Да? Словили? Словили чекпоинт. Отлично, полетели. А, и смотрите, второй портал зажегся, да? Твою мать, куда ж я улетел? Жесть. Все. Да, ну чувак, мы от этого... Нет, мы спасемся. Мы выбрались из этого дерьма. Блин, ну эта дорога куда-то должна была меня привести. Или она меня просто привела в никуда. Или просто чтобы посмотреть на красивый вид. Ну так, если я на красивый вид, то я отсюда не доберусь все равно до самого верха. Да, мы забрали этот шар. Но что? У нас остался вот там один, но я не знаю, как его реально забрать. Это просто жесть какая-то.
То есть я понимаю, что мне нужно подпрыгнуть. Мне нужно подпрыгнуть, да? Куда-то, мать его, очень высоко мне нужно подпрыгнуть. Здесь же я не могу забраться. Это по-любому не смогу. Нет, здесь я не могу забраться. С вот этой стороны я тоже не могу залететь никуда. То есть у меня единственный вариант — это перелететь сюда. Ладно, не будем долго заморачиваться. Побежали. Тут уже солнышко сияет. Кстати, да, знаки. Знаки я не знаю, какие здесь должны быть. Я думаю, нам сейчас здесь что-то подскажет. Вот этот знак. Или нет, мне кажется. Так, давайте немножко его запомним. Как он правильно выглядит. Поможет ли нам это? Так, подожди, перелететь я всегда успею. Мне интересно посмотреть, что у нас здесь есть. Да, перелетел. Очень молодец. Ладно, давайте двигать клону. И, так, если не ошибаюсь, у нас первый был вот такой. Второй как буква Э у нас было. Вот она. И третий у нас был как буква Д такая. Вот этот. Да, отличненько. Мы открыли портал наверху. Полетели. Опа-хопа, быстренько-быстренько собрались все. И что? Тут все по-хитрому. Вау. Вот это я чуть не стратил только что. Ничего-ничего, сейчас все это поправимо. Сейчас мы все организуем. Мы просто были немножечко не в курсе. Так, давайте немножко тоже вот и, блин, как их, вот эти знаки срисуем и побежим к нашему порталу. Опа! Сейчас мы будем с вами на третьем этаже. Так, тут нужно две вот эти. Буковка D английская. Как на правом. Блин, перекрутил я. И здесь у нас буковка E должна быть. Нет, не это. Вот она. Да. А, все-таки нам еще надо будет подняться, где-то что-то найти. Хорошо. Поднимаемся на третий этаж. Так, нам сюда. Блин, да по-любому нам сюда. Там с той стороны уже некуда идти. Здесь мы будем сейчас падать. И парить.
Ага, смотрите, верхушку оббили, но там была как буква D такая, да? Верхушечка оббита. Так, что тут? Пасхалочек никаких не спрятано, книжечек, записочек, либо еще чего-нибудь интересненького. Нет, здесь ничего нет. Здесь, говорят, ничего нет. Так, я так понимаю, это у нас сейчас последний будет. Последний момент. Вот этот. И грустный смайлик через три. И вот сейчас. Все. Так, у нас какой-то телепорт открылся, да? Мы можем туда? Да, мы можем туда. Стой, ты чего, глупый? Я вообще-то просил тебя телепортнуться. Вот. Вы покидаете Нагорье Екав. Да, я хочу покинуть Нагорье Екав. Все, я уже в нем набегался. Я его прошел. Загадочку мы прошли. Поэтому движемся только вперед, ребята. Стой, 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 Белка, мне что хочется сказать? Ай, блин, она ему на голову уселась. Блин, они просто офигенные. Очень круто. Так, и что мне тут надо сделать? Так, вот это мне было немножко сейчас непонятно. Я должен был, я так понимаю, лететь здесь, да? Ну, там искать бесполезно, наверное, что-то по-любому, да? Ну, давайте не будем на этом внимание заострять. Если нас игра уже пускает вперед, значит, бежим только вперед. Вот, кстати, смотрите, мы можем здесь подняться на вот это вот парение идет. Все, поднимаемся вверх. Блин, очень круто. Я бы хотел бы оказаться вот на его месте, да. Ты прикинь, летишь в свободном падении. Вау, 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 вау. Как все круто. Как все быстренько надо было делать. Мы здесь перелетели. Так, друзья, у нас появилась новая локация вершины Пульянь, которую мы пройдем завтра. А на этой серии, на этом мы заканчиваем нашу серию. Поэтому всем спасибо, ставим лайки, подписываемся, комментируем. Все, до новых встреч. Пока-пока, ребят.